Я всех приветствую. Сегодня печать 3D-модели и роспись фигурки Эбби Андерсон из игры «Одни из нас», часть 2. Скачиваю бесплатные файлы, открываю 3D-файлы в программе 3D Builder, проверяю качество файлов, если нужно, уменьшаю или увеличиваю размер фигурки. Но в масштабе 1:16 хорошая детализация, оставляю их и отправляю 3D-модель на печать. И это не реклама. Просто я пользуюсь 3D-принтером Fluic Beer Host 5 «Парящий медведь». Это подарок. Прежде чем покрасить фигурку, накладываю грунт на модель. Грунт производителя Abramaster. Грунт лег хорошо. Приступая к росписи модели, ну или фигурки. Беру краску Валеха для аэрографа, но можно и для кисти. Просто разбавить нужно будет немного побольше. Разбавляю краску разбавителем Airbrush номер 71361. Я уже говорил, я не художник, поэтому все цвета подбираю путем тыка, путем проб и ошибок. А вот и мой аэрограф со встроенным компрессором на аккумуляторе. Это мой инструмент. Дешево и сердито. Качество меня устраивает. Брал его на AliExpress. Можете легко найти такой от 1500 до 3000 рублей. Начну красить с одежды. Штаны, майка, а уже потом лицо и руки. Все навесное покрашу по ходу, как карта ляжет. Добиваюсь нужного мне цвета. Постоянно подбираю и смешиваю краску. Завидую художникам и скульпторам. С помощью узкого скотча закрою все ремни и накладки. А позже оклею их по канту. И, конечно, окрашу. Вот как-то так. Продолжаю красить. Теперь сухая кисть. Буду наносить пыль и грязь на брюки. Я даже не буду называть вам номера красок. Вам это не поможет. Да и мне тоже. Все на глаз. Как получится. Следующий эксперимент с красками Валеха. Прорисовываю еще раз ремни, разные подвязки, тесемки, короче, все, что увижу и попадется на глаза. И плавно перехожу к ботинкам. Крашу, окрашиваю и закрашиваю. Буду стараться смешать цвет краски для ботинок под красную кожу. Потом окрашу шнурки и подошву. Теперь краска коричневая и белая. Буду делать потертости на ботинках. И опять серая краска и темная апельсиновая. Пройдусь еще раз по брюкам. Сухая кисть, пыль, потертости, ну и прочее. Теперь закрою скотчем верхнюю часть модели. И пройдусь матовым лаком по брюкам и ботинкам. Дам лаку высохнуть 2-3 часа и продолжу красить. Пришло время покрасить футболку. Возьму белую и серую краску, ну и плюс разбавитель. Все пропорции для разбавления краски написаны на пузырьках с красками. Хотя, опять же, я смешиваю краски на глаз.
и пропорции составляю сам. Аэрограф мне в помощь. Беру темно-красную, желтую и черную краску. Крашу ремни для рюкзака, так сказать, вещмешок. И опять же сухая кисть, серая краска. Наношу пыль и потертости на вещмешке и футболке. Снимаю скотч, и вот такая одежда у меня получается. Пройдусь еще раз матовым лаком для закрепления краски. А вот теперь приступаю к росписи лица и рук. Закрываю открытые части тела полиэтиленом и крашу. Возьму ярко-красную краску и нанесу на руки и лицо. Теперь краска «Солнечный загар». Буду наносить тонким слоем, чтобы красная краска проступала из-под него. Будет более реалистично, я так думаю. Теперь нанесу тени для пластика. Пора девчулю немного подкрасить. Крашу глаза, ресницы и брови и постепенно перехожу к глазным яблокам. Прорисовываем губы, зрачки и отблески в глазах. Крашу брови и приступаю к волосам. Пора приклеить все недостающие части на модель. И вот такая Эбби у меня получается. Последний аккорд. Подставка. И пора заканчивать. Нанесу на подставку флок. Ну, с помощью флокатора, соответственно. Клею череп от мутанта гриба. И осталось нанести песок на клей ПВА. А вот теперь посмотрим, что же я натворил в этот раз. Thank you.